Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, по выставкам Петербурга. Музей Рарта представляет выставку московского художника Алексея Бегака. Приглашение в путешествие на поиски идеального дома. Европейские пейзажи как намек на другие берега, сознание опыта, визуальная медитация, раскрывающая единственность предмета. Выставка для тех, кто ощущает ностальгию по технически безупречной фигуративной живописи. Так написано в анонсе к этой выставке. Алексей Бегак не только художник, архитектор и дизайнер, но и известный зрителям канала «Культура», ведущий телепередач «Правила жизни», «Гений», «Большая опера» и «С новым домом». Личность яркая, многогранная, свободная. Большую часть времени он проводит в Москве, но его жизнь тесно связано с Англией, Францией и особенно Финляндией, где по собственному проекту он построил свой дом на берегу озера. Большая часть работ, представленных на выставке, это европейские пейзажи, своего рода другие берега, фрагменты реальности, поданные как самодостаточные миры, как портреты предметов, камней, домов, садов, деревьев. Каждая работа художника – своего рода визуальная медитация, раскрывающая единственность предметом, чему способствует тщательно отточенная художественная форма. Сам художник говорит, живопись – это очень просто. Умение и желание удивляться, великая любовь к изображаемому объекту и некоторое умение рисовать. В работах художника, в пейзажах, портретных предметов есть также нечто от внутреннего автопортрета. За ними словно угадывается история странствий в поисках идеального дома и своего места в пространстве мира. Здесь присутствует и любование объектом, и легкий холодок отчужденности. Вот так вкратце анонс выставки московского художника Алексея Бегака «Другие берега». Пока-пока, приходите в Ирарту. Хороший арт-пространство. До свидания. Смотрим работы.